Працягваем выпуск. Галоўнай задачай для навучэнцаў 11 класаў у гэтыя дні становіцца падрыхтоўка да цэнтралізаванага тэсціравання. У некаторых установах з выпускнікамі разам з настаўнікамі-прадметнікамі працуюць псіхолагі. Алекс Сенцюроў азнаёміўся з методыкамі, якія выкарыстоўваюцца ў школах рэгіёна. У выпускном классе Брылёвской средней школы 8 человек. Когда размова идет подготовиться до централизованного тестирования, такая нешматликость имеет свои плюсы. Каждому учню можно надать больше часу. При этом для достижения поставленных мет наставники выкористовывают все махчимости, включающие интернет-ресурс. Задание ЦТ вельми складанными назвать нельзя, але без додатковой подготовки различивать на высокие баллы складано. Если проанализировать, то в первые годы, когда только начиналось ЦТ, были очень сложные задания. На самом деле, по уровню сложности за последние годы, я бы сказала так, что они стали проще тех, которые были доступные для сдачи детей, которые готовятся, ну и однозначно включают в себя два последних задания, достаточно сложных. А все остальное для детей, которые готовятся целенаправленно, они посильны. Хоть только добрые веды, гранты и поспеховые сдачи ЦТ не гарантуют. Практика свечет, у шмат кого не хапая элементарной психологической устойливости. Нервы не вытримливают, еще до початку испытал. Без допомоги школьных психологов у такой ситуации обойтись вельми тяжко. К ней ходить, ну, например, всем классом, а также мы можем попросить, чтобы она занималась с нами индивидуально. Ну, и это действительно помогает. Также, ну, вот иногда, ну, мне даже сложно дома справиться с волнением, потому что я очень нервничаю за будущее поступление. И наши родители часто обращаются к психологу, ну, спрашивают, ну, нужные советы, как с этим справиться. 13 красовика у Омском городском лицее пройдет день открытых дверей. Еще про 4,5 месяца тут почнутся и занятки 120 новых навученцев. По сутности, именно с этого дня для их почнется подготовка до централизованного тестирования. Что тычется сегодняшних выпускников, то протягивать навучание на более высоком уровне тут ожидают все без выключения. Высшейшие средние специалисты. Специальная эдукация – это мара, реализация якой для лицеистов не сдается такой же и недосягальной. До початку централизованного тестирования остается крыху больше 2 месяца. Первый испыт запланирован на 11 червня, это будет белорусская мова. У всех экзамена можно будет сдать по 11 предметах, а пошний – 1 липня. У региональном центре тестирования и профессиональной ориентации молоди до ЦТ рыхтуются не меньше отказно, чем у средних навычальных установок. По сутности, это координационный центр испытов ведов выпускников. Тут же можно отримать самую докладную информацию о сегодняшних изменениях. У первую чергу и они тычутся системы подлеков баллов. Каждому заданию уже будет определен какой-то первичный балл. То есть более слабым заданием балл единица, более сложным заданием балл двойка. Вот. Далее, в общем-то, он пройдет тестирование и наберет какое-то определенное количество первичных баллов, и эти первичные баллы будут переведены в 100 баллов. То есть и этот период он может сам видеть по таблице. Предположим, он набрал там 35 первичных баллов. А если по таблице перевести это в 100-бальную систему, то это получится в районе там, 65 баллов, которые он будет учитывать. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».